Начало строительства благословил епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност. Окроплением священной воды сия непоколебимое основание храма, созидаемого во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первый заместитель главы Анапы Светлана Яровая также приняла участие в церемонии. Будущие прихожане, а новый храм сможет вместить до 1000 человек, молились об успешном ходе благого дела. Ведь на земле нет творения, равного православному храму, говорят верующие. Сегодня большой праздник для нашего города. Это значимое событие для нашего города, курорта Анапа. Мы лично вот с внучкой приняли участие в закладке камня этого. Это очень благое дело. Поэтому, наверное, все будут рады строительству нового храма. Смотрите, сколько вокруг домов растет. И, скорее всего, количество населения будет увеличиваться. А на большие праздники мы знаем, что в храме не протолкнуться. Православный мир чтит память князя Владимира. Поэтому возведение новой церкви приурочено к тысячелетию со дня представления святого равноапостольного князя, который считается крестителем Руси.